Всем здравствуйте! Крупный миллиардер Алишер Усманов и знаменитый тренер по художественной гимнастике Ирина Винер Усманова приняли решение официально расторгнуть брак. В первых числах мая 68-летний Алишер Усманов подал заявление о разводе с 73-летней Ириной Винер Усмановой. В этой инстанции не решаются никакие вопросы по совместно нажитому имуществу, происходит только фактическое расторжение брака. Беседа между представителями сторон состоялась сегодня, после чего супругам было дано примерно 2 недели на принятие окончательного решения. Пара прожила вместе почти полвека, из них 30 лет в законном браке, а их история отношений точно заслуживает экранизации. Впервые Усманов и Винер встретились еще в юности во дворце спорта в Ташкенте. Он ходил на тренировки по фехтованию, а она занималась художественной гимнастикой. Алишер сразу обратил внимание на статную и красивую девушку, но познакомиться не решился. Потом уехал в Москву, поступил в МГИМО. Года спустя они случайно столкнулись на улице в столице. Ирина вспомнила молодого человека, который на нее заглядывался, и была рада встрече. Вскоре между Усмановым и Винер завязались серьезные отношения, но впереди их ждала разлука. В 1980 году ряд представителей золотой молодежи Узбекистана обвинили в мошенничестве. К ней относился и Алишер, который был сыном прокурора города. Он получил 8 лет лишения свободы. Из мест столь отдаленных мужчина прислал возлюбленный шелковый платок, его Ирина Александровна хранит до сих пор. По местным обычаям это означало предложение руки и сердца. Усманов был освобожден досрочно за примерное поведение, а в 2000 году добился полного оправдания. Верховный суд Узбекистана признал дело сфабрикованным. Отметим, что пара поженилась в 1992 году. Но, к сожалению, за все прожитые вместе годы совместных детей не появилось. Алишер Бурханович воспитывал как родного сына Ирины Александровны от первого брака, Антона Винера, оплатил его учебу за границей, помогал в бизнесе. Всю совместную жизнь супруги любили, уважали и поддерживали друг друга. Что послужило поводом для принятия такого кардинального решения, пока неизвестно. Будем надеяться, что в ближайшее время появится более подробная информация. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!